28 августа на территории Северского района прошел Всероссийский субботник «Зеленая Россия». Уже в 8 утра сотрудники предприятий, муниципальные служащие, депутаты, члены общественных организаций, а также неравнодушные жители приступили к наведению порядка на улицах и общественных территориях. Работа велась с привлечением спецтехники. В поселке Черноморском вывозили мусор, обрезали ветки, проводился покос травы. Также приводили в порядок парковую зону, убирали сорняки, мусор, подметали дорожки. Мы с Еленой Семеновной, как депутаты, как жители поселка, болеющие за свой дом, за свою малую родину, выходим частенько сюда, 2-3-4 часа отрабатываем в свое удовольствие и для пользы поселка. В парке поселка Ильский работа также кипела. Приводили в порядок клумбы, дорожки, детское игровое оборудование. Велась работа по замене ламп на фонарях уличного освещения, покос травы. Организовали уборку и на территории учебных заведений. Возле стадиона «Олимп» в станице Северской участники субботника собрали целые горы мусора. Велись работы по обрезке веток, уборке сорной растительности. Активная работа велась и в остальных поселениях. Несколько часов усиленного труда, и муниципалитет стал краше и уютнее. Такие субботники – добрая традиция для каждого жителя Северского района, желающего жить в чистоте и порядке.